Так, я загуглил. И теперь я знаю, как называется эта шапочка. Это квадратная академическая шапочка. С кисточкой. Все намного проще, чем я думал. Я думал, у нее есть какое-то определенное название. Это просто набор слов. Вообще ничего не придумали. Да, то есть можно было какое-то отдельное слово придумать. Там, я не знаю. Шапка-невидимка. Шапка-умника. А без шапки? Умничка. Головомученичка. Тупичечка. Тюбетейка. Они хотят сказать тюбетейку? Ну да, тюбетейка. Ну, вы знаете. Не знаю, похоже, кстати. Она похожа. Тюбетейка, она также надевается. Просто у академической шапки там еще такой, типа, защита, типа зонтика. Извини, зачем так язычка свисает. Но мы прочитали Википедию, мы теперь все знаем. Для чего и почему. И вообще, откуда она произошла. Если вам интересно, почитайте. Википедия всех спасет.